Здорово, народ! И сегодня почти практически будем гонять тюлени. В общем, хочу заняться коридором. Работа не пыльная, не тяжелая, но кропотливая, надолгая. Что именно? Как рассказывал, нужно исправить, где здесь мы с мамухой, с Катюхой налепили. Видно, серые точки закрасить, ну, чтобы было более-менее идеально. Ну и потом вторым приходом уже исправить кирпичики, чтобы не было видно белых просветов. Это будет предпоследняя работа, и потом закатываем все лаком. Или как он там называется, ну, что-то подобное. Ну, потому что это коридор, это пыль, это присуще. Ну и выходные. Выходные у нас будут послезавтра. Постараемся уже натянуть потолок. А может и нет. Ну, нету светильничков, которые здесь должны быть, поэтому придется мамуха съездить в магазин, мы подберем сразу в прихожую, ко мне в офис, сюда, ну еще там ряд эти подрозетники, выключатели, и уже потом натянем, приклеим, сделаем. Конечно, можно сначала натянуть, но потом будет проблема, что не будет света, а это как бы не очень хорошо, поэтому делается все одним приходом. Поэтому вооружаемся маленькими кисточки и развлекаемся. Готово. Наконец-то закончили красить белой краской. Красили настолько интенсивно, что помогала мамуха, Катюха, папуха. В общем, все тут участвовали. За 2 часа работы не успел закончить за один день. Уже наступило утро. Как видите, сегодня пятница, поэтому в прямом эфире передаем съемку. Осталось закрасить серой краской. Ну, собственно, чем сейчас я займусь. Благо, она акриловая, она хорошо усваивается. Подредактирую уголки свои, закрашу все огрехи, вот их хорошо видно здесь, вот они беленькие. Ну а кое-где вообще до сих пор не закрашено, потому что был валиком, вот, например, вот такие места. Ну и все. Ну и потом останется уже покрыт лаком, это будет через 2 дня, пусть краска хорошенько высохнет. Ну, в принципе, дома тепло, оно и так высохнет. Как видели, некоторые элементы появились новые, движение видео, это такая штука, потом кто-нибудь покажу ее. Это, в принципе, предел монтажа, все, дальше развиваться не можем, у меня все упирается в карту, поэтому я когда просматриваю ролики, что получается.
В общем, получается немножко, ну как немножко, значительно ниже, чем я себе представлял, когда снимал, и что это получится. Так что потихоньку буду копить на видеокарту. Может, к лету уже прикупим, когда будет фасад, мастерская. Уже будет, конечно, прямо на высоте. В общем, для сведений будет в конце ролика, чтобы никого не бесить. Панелька, как идет успех по набору средств. Ну что, вооружаемся серой краской, докрашиваем. И на отдых. Надеюсь, это будет быстро. Все, теперь здесь можно поставить точку. Здесь все чистенько, гладенько. Все кирпичики ровненькие, аккуратненькие, нету белых просветов. Все, ждем 2 дня, потом покрываем лаком. Сразу сделаю закладные под натяжной потолок. Ну, эти вот профили, как называют их. Чтобы потом уже не красить, не сверлить и не пылить. Ну и все, получилось неплохо, классненько. Вид чистоты появился. Ну, кое-где сейчас еще не докрасил. В общем, у нас сейчас тихий час, поэтому потом. То есть, видно, да, разница вот здесь. Вот белые эти хорошо видны. И здесь. Ну, сейчас долезу, то есть, ну, чисто на творецке поработать. И все. Да, есть интересные новости. На почту пришло. Вот, могу вам зачитать. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Работаю на канале РЕН-ТВ. Сейчас мы готовим программу о самостоятельном строительстве домов. Захотели взять у вас интервью. Ой, я такой популярный. Надя, давай коней обратно, ё-моё. На РЕН-ТВ, надо будет шапочку из фольги одеть туда. Не знаю, развод-то нет, но отвечу, поприкалываюсь, может реально. Но телевидение мне, конечно, не вызывает доверия. Я уже давно его не смотрю. Там все хорошо, а... Вне телевизора все, вот, как видите, так себе. О, гонщики подъехали. Куда едем? За вкусняхами? Или овощи. Давай овощи. Ну все, давай до завтра. Завтра у нас стримец. Надо будет, наверное, опрос кинуть, какое время удобнее. А у меня будет выходной, буду заниматься основным каналом. Все, давайте. Мы отдыхать, докрашивать, веселиться. Да?